Турецкая полиция задержала смотрящего за Бурятии вора в законе Гурама Чехладзе, он же Квижович, в результате спецоперации в престижном отеле Стамбула. Об этом сообщило информационно-аналитическое агентство Prime Crime. По данным издания, вместе с Квижовичем находились двое соратников. В номере отеля полиция изъяла три пистолета с патронами и рации. В начале 2020-го турецкая полиция уже задерживала Чехладзе, после чего его выдворили из страны. Но он сумел как-то вернуться в Турцию по украинскому паспорту на имя Андрей Малых. В середине 2000-х Гурам Чехладзе отбывал в Бурятии срок за кражу в ЛИУ номер 5 в Цолге. По данным Prime Crime, там он сумел наладить отношения с бурятским положенцем по кличке Макс Рыжий и сплотить вокруг себя лагерных авторитетов, часть из которых после освобождения заняла ключевые позиции в криминальном мире республики. Гурама Чехладзе освободили в декабре 2008-го. Встречать вора в законе прибыли многочисленные представители криминального мира Бурятии, однако увидеть Гурама им не удалось. Накануне ночью он был вывезен из колонии сотрудниками правоохранительных органов, доставлен в аэропорт и первым утренним рейсом отправлен в столицу Российской Федерации. На тот момент Чехладзе был единственным вором в законе, содержавшимся в местах лишения свободы на территории Бурятии и пользовался очень большим авторитетом в криминальном мире республики. В марте этого года все средства массовой информации сообщили, что Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего вора в законе Гурама Чехладзе по пресловутой статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Однако в пресс-службе Следственного комитета эту информацию опровергли. «Нам ничего не известно о возбуждении такого дела», сообщили номер один в Следственном комитете Российской Федерации Бурятии.